Ой, это шикарно, мне нравится. Это будет нагрудник. Под хруст столовых ложек в ожерелье и шелест шапки из шезлонга она выходит на промысел. Старатель нью-йоркских мусорных бачков, рудокоп тротуарного хлама. О, суперская проволока, классная и гибкая, отлично, отлично. На нью-йоркских улицах Дебра Рапопорт в своей стихии. Художник-инсталлятор зрит сквозь отбросы и знает, в Манхэттене куда ни ступи, везде искусство. Иногда я прохожу мимо чего-нибудь, говорю себе, нет, не могу это взять себе домой. А потом, да нет же, как это оставить? Она уже со мной говорит, у нас уже отношения. Строительные развалы для нее – бескрайние трофеи. Это будет изумительно. Домашняя утварь – дополнительный бонус. Одна втулка от бумажного полотенца, целых 10 головных уборов, плюс яркая ветошь и на выходе вуалетки и каскетки в туалетных мотивах. Давай наденем это поудобнее, посмотри в зеркало. Мне нравится, как смотрится. Шляпки Дебры – это всегда такие структуры. Мне очень нравятся маленькие акценты и комбинации. И все это сделано из бумаги. Старость – это новый черный, ее девиз. Свои 74 не скрывает. Наоборот, считает, это лучший аксессуар в ее коллекции. Пишет книги, учит, созидает. Музейный мир ее боготворит. За коллекциями из сорного искусства гоняются даже консервативные Смитсонины Метрополитен. Ты приносишь наслаждение в окружающий мир, ведь люди останавливают тебя, дарят улыбку, комментируют. Ты устанавливаешь взаимоотношения. Она всегда в гармонии с пространством. Совсем что на выброс самые высокие отношения. Человек, которому никогда не лень нагнуться за прекрасным. Нина Вишнева, Елена Матусовская. Настоящее время. Америка. Нью-Йорк.